вами так как вы могли уже понять по названию видео, что это видео посвящается, как же сделать так, чтобы было много просмотров, а также лайков и подписывались. Ну, собственно, давайте приступим. Есть несколько вариантов. То есть первый вариант — это взять и плагиатить. То есть давайте зайдем на кого-нибудь известный канал, например, Евангай, да? Что, куда? Что я зашел? Нет, я не то написал. Ну да, чего? Вот наш самый собственный персона Евангай. Да, у него недавно получилось 3 миллиона подписчиков. Смотрите, вот недавно было 3 миллиона, но сейчас уже 219 тысяч. А все почему? Да потому что он популярный на это таки время. Ну вот, не в том суть. Просто ищите какое-нибудь его такое знаменитое видео. Кстати, вот эпично проиграл девчонки Mortal Kombat X. С братом тоже засняли Mortal Kombat X. Правда, я забыл занести на YouTube, поэтому не смогу вам пока показать, но, собственно, потом вам покажу. Так, давайте вот поищем. Ну, блин, ну, какое здесь видео? Ну, не знаю, ну, блин, написать тогда, это, что Ивангай это такой-то там, вся правда Ивангай, и просмотры сразу полетят к вам. Ну, подписок я вам не гарантирую, и лайков тоже. Но если вы же вы реально запилите настоящий ролик, то все расскажете, как он так повысился, что он делал там, накручивал, или же все-таки там еще что-то делал. Мне как-то ровно, но все же. Это был первый вариант. А следующий вариант, это, то есть, это надо взять любой тег. То есть, ну, эти теги я вам оставлю в описании. Ну, там сами все поймете, просто ведете любой там тег, пишите свое видео, там немножко слова добавляете и уже делаете точно такие же видео. Собственно, у меня видео и посвящено этим тегам. Я же для этого и делаю видео, чтобы вы смотрели, подписывались, ставили лайки, а также писали свои комменты. Ну, собственно, и давайте я вам скажу и третий. А третий у нас состоит в том, что накручивать. Ну, я этим не пользовался, этой накруткой, потому что мне это не надо. Я могу и так развиться, мне как-то не трудно ВК там распространял свой сайт и все, сайт, свой канал. Ну, собственно, давайте сейчас запущу программку. Я ее уже скачал. Вот она, называется в топе. Давайте сейчас, она просто долго запускается, я приостановлю, но запустится. Ну вот, собственно-таки, это и есть программа в топе. Смотрите, то есть вам надо зарегистрироваться. Я зарегистрировался, но пользоваться я не буду, потому что зарегистрировался я под левым аккаунтом. У меня 227 поинтов, вы когда появитесь, зайдете, у вас будет не 227 поинтов, а 0. То есть когда вы будете авторизуетесь в ВКонтакте, Твиттере, Инстаграме, Аске и Ютубе. Вот, то есть авторизуетесь здесь, 20 поинтов сверху, здесь 20 поинтов, ну и так далее, короче. За каждый 20 поинтов также можете купить здесь поинты, но цену у них бешеные, новости и техподдержка. То есть можете с ними связаться. Если вы будете друзей звать, вам будет даваться 15% скидка на покупку поинтов. А также, если у вас уже есть второй уровень, то 10%, и на третий уровень у вас всего лишь будет 5%, так как вы уже будете достаточно развитый. А также я вам в следующей серии, в следующем видео я могу рассказать подробнее о вот этой программе, возможно, даже так и сделаю. Ну, собственно, я на этом, думаю, и закончу это видео. Ссылка будет на эту программу в топе в описании. И теги тоже будут в описании. То есть я ВКонтакте тоже буду в описании. Мой канал. Канал моего друга. Ну и, собственно-таки, все. Если вам понравилось это видео,
или вы впервые на моем канале, или я вам чем-то помог, вы можете подписаться на меня, поставить лайк, написать свой коммент. Вы мне этим очень поможете. А с вами был Тапок, и всем пока.